Mitsubishi Eclipse Cross стал победителем премии «Автомобиль года в России» в номинации «Компактный внедорожник». Торжественная церемония награждения состоялась в Москве в концертном зале «Известия Холл». У меня прекрасное ощущение. Этот диплом – общая победа нашей команды. Я очень рад и горд получить эту награду. Национальная ежегодная премия «Автомобиль года в России», которая состоялась уже в 19-й раз, служит индикатором независимого общественного мнения на автомобильном рынке. Лучшие автомобили в соответствующих категориях выбирают с января по апрель в формате онлайн-голосования. В этом году в нем приняло участие более миллиона человек со всей России. Любой желающий старше 18 лет мог поделиться своим мнением о самых лучших автомобилях, представленных на отечественном рынке. Каталог голосования включает в себя официально продаваемые модели с краткими техническими характеристиками, ценами и другой полезной информацией. Eclipse Cross помог нам открыть в России новый класс SUV-купе. В то же время этот автомобиль на 100% несет в себе ДНК Mitsubishi. Думаю, всех проголосовавших за Eclipse Cross привлекло сочетание дизайна, технического оснащения и всех приятных особенностей сегмента SUV. В Россию кроссовер поставляется из Японии и предлагается на нашем рынке с единственным бензиновым турбомотором объемом 1,5 литра. Двигатель развивает выгодные для транспортного налога 150 лошадиных сил и адаптирован для работы на 92-м бензине. На выбор три фиксированных варианта, которые различаются трансмиссией и оснащением, но вскоре будут и другие исполнения. Уже в начальной комплектации Eclipse Cross оснащен 9 подушками безопасности, системой ESP, однозонным климат-контролем, датчиками света и дождя, камерой заднего вида, системой бесключевого доступа, а также 18-дюймовыми легкосплавными дисками.